банку клюнула. Ого, нифига себе. Это что там такое? Ого. Прямо на катер. А там хорошо налет не привез. Мотыля мы ловим, а тут опять своей картошкой. Всякий случай сниму. Не, она тут нормально. Вон они выезжают, да? Ну. Или они подъехать не могут? Не-не, правильно, вон дорога туда идет. Ё-моё. Эти уже ночники, наверное, едут. Я вас приветствую, друзья. Сегодня 23 января, 22 год. И у нас первый выезд в этом году на рыбалку. Все никак не получалось. Январь есть такой, конец декабря. Январь был, ну, погода неустойчивая. То дождь, то снег, то, бог поймешь, метели сильные. Ну, сейчас вот уже неделю погода вроде бы нормальная стала. Мороз, ну, где-то сегодня 18 градусов, ветер восточный, чуть-чуть захмарилось, не знаю, вчера солнечный день был, но сегодня пасмурно обещает. Ну, с крайней рыбалки прошел месяц, на этом месте мы рыбачили, ну, тогда открытие было, ну, и сегодня приехали на это же место. Дорогу чуть-чуть подзамело, транспорта сейчас поменьше, рыбаков с этой стороны поменьше. Ну, как бы не было, вот сидят. Ну, время сейчас 8:30. Сегодня где-то мы до 3 часов, наверное, посидим. Как будет клевать, посмотрим. Сейчас закормимся. Я уже 2 лунки пробурил, палатку поставил. Сейчас закормимся. Ну, будем сидеть, ждать. В прошлый раз здесь карпики даже проскакивали. Саня поймал 2 штуки. Ну, и подлещик. Но сейчас, говорят, вроде бы как... Карпа вроде бы и нету, но подлещик клюет. Ну, будем пробовать. С утра вроде бы небо было чистое, а сейчас что-то затянуло. Вон с той стороны тучи тянет, с востока. Ну, мороз такой. 17-18 градусов, по-моему. Подстегивает слегка ветерок. Ну, ничего страшного. Палатки есть. Будем рыбачить. Новый рожит, не будет что. Что-то не как-то. Куда мне все сгорит? Ножи такие дальше. Что, совсем не хочет идти? Нет, не хочет. Не берет. Вот здесь ножом попробуй так пройдись вот с этих сторон. Сегодня, Иришка, наверное, сегодня мастер-класс будешь показывать, да? Я уже показал один раз. Че? Не, ну сколько я слышал, всегда ты облавливаешь всех. Сейчас обловила. Ловка и ладно рядом стоят, тут клюет, там не клюет. Ага. Ну где там сидерок? А там, да, снова? Да где-то вот в этом месте. Если я сам разговаривать буду, не обе это. Не пугайтесь, нормально. Thank you.
Так, ну все. Будем раскладываться. Так, лунки почистили. По прикормке. Тут у меня, короче, думаю, я ее чуть-чуть увлажню. Сейчас чуть-чуть надо наработать. Увлажнить. Тут у меня, короче, панировочные сухари. Потом семечки молотые. И магазина я чуть-чуть добавил. Ну, сейчас еще мотыля добавлю. С прошлого раза остался. Заморозил его в морозилке. Закормочный. Немного осталось. Вот так он выглядит. Как свежий. Только что мертвый. Пойдет. Пойдет вот такой вот. Его можно даже и цеплять на крючок. Так. Сюда. Мусор убираем. Так, и сейчас перебьем вот это все. Так. Семечки не пахнет хорошо. Так, глубина здесь, по-моему, в тот раз 7 метров было, здесь 7,5. Вот так. По две штуки закинем на лунку. Все, вместе. Теперь поднимаем где-то с полметра, наверное, так. Давай. Потом в процессе еще будем подкармливать слегка. Сейчас основной закорм сделаем. Рыбаки подтягиваются. Палатка тесная. Особо не развернешься. Все равно зайчишек. Ветра нет, лунки не мерзнут. Так, на месте. Так, сегодня будем ловить мы. Так, все-таки я коромысло хочу попробовать. Никак я его не распробую, как оно, как он его ловит. Такая конструкция. Так. На один крючок мы сало подцепим, наверное. Сало. Такой кусочек небольшой. А на второй мотылька. Тут один у меня искусственный подвешен. Сейчас еще парочку натурпродукт зацепим. Так. Первый пошел. Так. С прошлого раза глубина. Угу. Уходит. Так. Нифига себе, что тут.
Глубже, что ли? Вторую мы поставим на гвозди кубик такой вольфрамовый. Сейчас все равно, наверное, мотылька подсажу. Лишним не будет, я думаю. Хотя я в тот раз на чертика ловил. И на капельку там белую мормышку. Ну, сейчас этот. Вот так. Ну, что-то там какие-то шевеленки. Надо будет еще пол воды потом попробовать. В тот раз пол воды клевало. Палатка маленькая. Можно было, если побольше было, еще луночку одну пробурить. На поплавок поставить такой. На червя, на опарыша. Давайте попробуем. Время уже 10:30, клев слабый. Тучки разогнала, погодка прекрасной стала. Красота. Ну, сейчас еще дополнительно прикормил лунки. На коромысло ставил, что-то дергает. Рыба, видать, крутится, но не берет. На мормышку пробовал, слабенько. Ну ничего, будем экспериментировать. Время есть еще пока. Так, сейчас прикормил там. Я думаю, рыбка, наверное, подошла. Сейчас попробую на белую капельку. Мамушка. Сейчас чертик не хочет брать. Наверное, мороз дает неплохо. Так, кого-то тащим. О! На мормышку, блин, задолбался. Я уже все перепробовал. Ну ничего. Так. Надо чай, наверное, дрябнуть. Такую клюнул подлещик. Надеюсь, не последний. Кого-то взяли. Хорошо. Ветер поменялся. Время 11, наверное, уже. Стало поклевывать. Саня поймал там подлещик. Меня два взяло вот на мормышку в основном. Так, на донку клюнуло.
О, нифига себе. Это что там такое? Ого. Так. Так, сейчас, подожди. Подожди. Так. Кого-то тянем. Мотель свежемороженый. Ну ничего, клюет. Этот мормышка всегда хорошо работает. Чертик по настроению. Так. Так, кого-то тянем. Ага. Нормально. Вторую зацепил. Кто-то идет. Ага. Стандартный. Нормально. Так. Не, обычно же заходит там, а это прямо сходу. Ну видно, что ноги у нее, она как-то вот так сразу подлет. Что-то. Так, пока обедали. Нормально. Да ладно, что ты. Ну, ну все хороший. Вот нам отеля сейчас переставим. Что-то тянет там сам. Что-то мелкое. А? Что-то мелкое. Ну, нормально. Алло. Ну, клюет. Редко. Подлещики в основном. Вообще нету ни у кого. Красноглазки, окуня, уклейки, ничего нету. Тут подлещика нет. Там и с этой стороны, вернее, стой. Возле шлюзов. Второй. Ну, не на карпа, на рыбалку приехали. Что я за голубки сидят? Технушку тарят мешки, наверное, да? Как дела? Да подергивает и нифига. Ну после обеда 3 штуки поймал. Да? Вот таких на кивок. Не могу я на кивок рыбачить. Ну я тоже не мог. Вот
прошлый год только начал, позапрошлый. Чего он будет сидеть, блин? Не получается у меня на него. Кого-то тянем. Долго тебя его мучил. Время уже начало второго. Народ ходит, говорит, плохо клюет. Ну, в этот раз что-то только подлещик один берет. Окуня, уклейки, плотвы вообще нету. У нас тут вот пятеро. Ни один не поймал, ничего такого. В основном только подлещик. Сейчас на мормышку отклюнул. Так, единичный. Клюнет и тишина. Кто-то идет. Такой. Да, два штуки поймал на мормышку. Чертик что-то с утра пробовал, не брала на него. Это... На улице, на... Не, это мормышка такая, это капелька вольфрамовая, белая. Ну. Так, ну что, друзья, время уже 15:00. Рыбалка наша подходит к концу потихоньку. Что сказать про клев? Можно сказать ничего. Клевало слабо. Вот такой улов. В основном подлещик-то. Ну, пойдет. Приехали, закормились. Ну, вроде поначалу еще как-то клевало. Подлещики в основном на мормышку. Потом к обеду вообще притихло. Ну, вот после обеда еще три штучки поймал, и на этом все, клев затих. Ветер меняется, сегодня то с востока дует, то с севера, то с запада. Короче, в течение дня несколько раз менялся, то затихнет вообще. Ну, короче, погода такая, мороз целый день держится, где-то в пределах 16 градусов. Ну, в принципе, что, 22-й год открыли, выехали, отдохнули, рыбку поймали, худо-бедно, на жареху есть. Ну, сегодня один только подлещик берется. Ни плотвы, ни окуня, ни уклейки, только один подлещик. Вот такие дела. Так что, друзья, спасибо за просмотр. Я вам желаю достойных трофеев, удачных выездов, ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч на новых водоемах. Пока. Ну все, домой. Вот такая рыбалка у нас получилась. С утра вроде ничего. Но, в принципе, в тот раз так же было. Я не знаю, что вы слышите, не слышите. Ветер такой сильный. Хотя ветрозащиту поставил. Ну, забивать будет, наверное.
Холодно, однако. Там, да?